Всем привет. Продолжение контента о ножах. Хотел уточнить вопрос. Значит, у нас вот тут стоит бёкер, да? Ножик. На нем стоит 440C. Сталь. 440C. Он стоил 60 евро. Вот этот Magnum, это тоже бёкер. На нем стоит сталь 440А. Все понимаем, да? 440C и 440А. Так вот, 440C ножик, вот этот бёкер, стоил 60 евро порядка. А вот этот вот 440А ножик стоил порядка 30 евро. Так? Теперь, внимание, вопрос. Если вот этот ножик, если вот этот ножик, Вальтер, который стоил 12 евро, и на нем сталь 440C, как на вот этом, который стоил 60 евро. Так? То есть, здесь сталь 440C и здесь сталь 440C. Вот, деревянная ручка. Отделка тут, скорее всего, мессинг. Здесь просто, ну, как бы резина. Все удобно, конечно, классно. У этого кожаный чехол. У этого дермантиновый чехол. Но одинаковая сталь, разница в два раза. Тут же стоит сталь 440А. Ну, насколько я понимаю, в этом и заключается мой вопрос. Почему одинаковая сталь, такая разница в цене, и как категоризируется сталь по вот этим вот буквам. То есть, я вроде бы с металлом работаю и, по идее, должен был бы разбираться, но я просто как бы, ну, научившийся, свежий человек, я не, в этом как бы матчасти я не знаю. Вот. И мой вопрос, как оно идет по буквам? А лучше, чем С? Или все-таки С лучше, чем А? И почему тогда одинаковая сталь стоит дороже? Разница такая в цене. Или если эта сталь лучше, то почему тогда вот это стоит дороже? Тем более, что фирмы одинаковые. Всем добра и мира. Специально для канала Constlight. Обрезай.